О противодействии террору сегодня говорили на встрече руководителя администрации президента России Сергея Иванова с главой ФАТ, Международной организации по борьбе с отмыванием денег. Син Чи Юн поделился впечатлением от посещения Росфинмониторинга и сказал, что потрясен технологиями, которые позволяют отслеживать нелегальные денежные потоки. Он отметил значительный вклад России в эту борьбу. В свою очередь Сергей Иванов назвал в числе главных задач выявление лиц, а также целых государств, оказывающих финансовую поддержку террористам. И прежде всего это касается группировки «Исламское государство», деятельность которой, напомню, в России запрещена. На следующей неделе в Турции пройдет очередной саммит группы 20 во главе с лидерами этих государств. И я не исключаю и не буду сильно удивлен, если в таком формате будет серьезно обсуждаться тема финансирования терроризма, прежде всего финансирования ИГИЛ. По инициативе Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации уже проведено исследование источников финансирования ИГИЛ. Было бы хорошо, если бы такое исследование не явилось окончательной точкой совместной работы, а послужило, наоборот, толчком для дальнейших и практических действий с целью выявления конкретных государств, физических и юридических лиц, осуществляющих финансирование ИГИЛ.